Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 22 октября. В районе 10 часов вечера появилась информация о выходе 8 групп шахидов из Крыма. Просят следить за сигналами воздушной тревоги на юге Украины. Они будут где-то плюс-минус через час. Вот, уже прошло практически полчаса. На данный момент в Одессе все спокойно. Тревогу не объявляли. Но данная информация является предварительной. Понятно, что она неофициальная. Вот, но тем не менее, лучше быть предупрежденным и понимать вообще, откуда идет опасность. Если будет сигнал воздушной тревоги, то советую лучше всем пройти в укрытие, потому что 8 групп шахидов это много. Дай бог, конечно, чтобы данная информация не подтвердилась и никаких шахидов не было, но тем не менее. Я на связи, всем мирного неба над головой, хорошего вечера, спокойной ночи, не забывайте подписываться, до встречи, всем пока.